Привет, друзья! Новости в мире звезд в шортс-видео. Блогерша-путинистка Анастасия Ивлеева, которая дебютировала в кино, подверглась критике со стороны актера Станислава Садальского. В новом фильме бывшая ведущая «Орла и Решки» снялась в обнаженной сцене. Садальский, увидев игру, Ивлеева и завелся, и поскандалил. Ну, что ее обсуждать? Смешно и нелепо. Это самодеятельность. Она даже мне как-то звонила, просила интервью ей дать. Но о чем я с ней буду говорить? Она нагло общается, мозолит глаза. Мне это не интересно. Мне гораздо интереснее выйти на улицу и общаться с людьми. Она дремучая, как тундра, необразованная, неначитанная, ни одной книжки не прочитала, заявил актер. Отметим, Ивлеева, которая ранее отказалась комментировать военное вторжение России в Украину, пытается жить прошлой жизнью. Кроме того, путинистка недоумевает, почему же россияне начали стыдиться своей страны и массово покидать Россию. На своей страничке в Инстаграм она опубликовала пост, в котором воспела российскую нацию.